Тем временем во Франции резко подорожала табачная продукция почти на 5%. С ноября этого года стоимость пачки сигарет в среднем составила 9 евро или около 4 тысяч тенге. Повышение цен – это один из этапов реформы французского министерства здравоохранения, которое планирует через год довести цену упаковки до 10 евро. Цель – сократить число курильщиков в стране, но вместе с тем каждое повышение стоимости табачной продукции пополняет казну профильного ведомства. Дело в том, что во Франции налоги от табачных акцизов идут на финансирование системы социальной защиты. И к ежегодному бюджету в 12 миллиардов евро каждое повышение прибавляет до 500 миллионов. Со старта этой реформы 2 года назад, согласно статистическим данным, число курящих французов сократилось на 2 миллиона человек. Объем продаваемой продукции снизился, но вместе с тем растут цены, поэтому оборот остается прежним. Сегодня люди не могут курить в общественных местах, потребление сокращается и меняется манера курения. Теперь выкуривают сигарету до конца, найдя место для курения. Не думаю, что это лучше для здоровья.